На своей странице ВКонтакте Худяков решил выразить свое мнение по поводу телеведущей Ксении Собчак. Депутат напомнил, что именно в Латвию сбежали многие артисты России после начала специальной операции. Звезды, покинувшие РФ, не стесняются критиковать власть России и специальную операцию в целом. Все они уверены, что перед Западом Россия слаба. Однако, по мнению депутата, они все ошибаются. И потом мы же все прекрасно представляем себе моральные и этические качества госпожи Ксении Собчак, которая готова ради хайпа и денег буквально на все. Ну, не испытывает человек отвращения к месту, где в 2014 году в самом деле вела новую волну. И к Латвии тоже, несмотря на их политические заявления. Для нее она родная. Для большинства россиян, к счастью, нет. Она и с оградой Вашингтона фотографировалась. Может, и там у нее тоже родное место? Написал Политик.